Привет, всем привет! Я сегодня буду готовить суп из щавеля, картофельное пюре, селедочку с луком, опята маринованные и стейки. Жду сегодня мужа, сына, дочку, зятя и двоих внуков. Поэтому нужно приготовить разнообразные блюда. И самые разные. Вот. Сейчас я немножко поболтаю с вами, почищу пока картошку. Ничего пока интересного не происходит, я просто чищу картофель. Вот. А потом подвину камеру, и мы с вами вместе будем готовить. Хорошо? Да, все в прямом эфире. Могу готовить, пока никого нет дома. У меня есть сейчас время, я могу с вами пообщаться и поготовить в прямом эфире, если вы хотите. Вот, если вам интересно это. Привет, привет всем. Привет, здравствуйте. Давайте пока я очищу картофель, пока есть времечко и не так сильно заняты глазки. Мы можем пообщаться, поэтому можете задавать мне пока вопросы. Мы поболтаем, а потом начнем готовить. Опята, да. Владикавказ, привет. Вы очень красивая, спасибо. Сегодня ходила в салон, покрасила брови. Но я сейчас вот не накрашена, только брови. Картофель я покупаю, сами не сажаю. Я всю детство и всю юность и молодость на картофеле мы сажали. Родители сажали где-то соток 20 картофеля. И это все приходилось обрабатывать и сажать, и убирать урожай, и пропалывать несколько раз. Нам с детства просто. Поэтому я настолько наелась этим. Это очень тяжелый труд. Поэтому нет, не хочу. Не хочу. Мне проще купить. Краска какая-то. Я даже не спросила, какая краска. Темно-коричневую сделали. Ну, мне кажется, темновато, если честно. Ну, я просто не накрашена. Скоро накрашусь. Вчера примеряла вечером платье, которые на венчании. В общем, у меня сейчас дилемма. Либо надеть то платье, в котором мы поженились с Юрой, либо надеть новое платье, которое я в этом купила, как он, господи, Тоби Брайт. Такой цвет у него красивый, прям под цвет нашего дома. Такой бирюзовый, из кружева. Накидка эта белая, кружевная, на голову. В виде капюшона. Прям классный. Первый ваш ДРЭ будет без мамы. Ой, давайте, пожалуйста, я вас очень сильно прошу, тему мамы не затрагивать, иначе я сейчас начну плакать, а когда готовишь, лучше этого не делать. Пюре картофельное что добавляю? Я добавляю масло сливочное, добавляю молоко, всегда подогретое. Потому что если холодное молоко налить, то картофельное пюре становится такого сероватого оттенка. А если подогретое, то оно будет белоснежное со сливочным оттеночком. Смысл венчания? Ну, я так хочу. Вот весь смысл. Да, приходили смотреть дом. Лучше новое, да, бирюзовое надеть. Здравствуйте. Я грустная. Ну, да, что-то у меня какой-то сегодня такой день. С утра поехала сына отвозить. Что-то посмотрела, там этот туман. Такая красивая картинка. Вот прям красиво, очень красиво. Мне так стало грустно, то, что я... Что мама моя больше не увидит это никогда. Вот, поэтому вот такая вот история.
Лучше старая. Маш, старая, да, лучше. Ну, может быть, ты права. Может быть, сразу сделать просто так, что в церкви повенчаться, а потом надеть это и пофотографироваться, или наоборот. Оля приедет, она пофотографирует. Так, сейчас морковку возьму. Сейчас, где улечки мои? Сейчас я картошечку помою быстренько и вернусь к вам. Просто если она будет лежать грязная, она такая и останется, придется обрезать ее. Слушайте, я знаете, что хотела еще вам показать? Сейчас я вам, знаете, что покажу? Я вам покажу сейчас. Вы видите? Это все подарки, которые будут в четверг уже. Мы начинаем розыгрыш вот этих всех подарков. Там их больше 50. Смотрите, сколько много. Там классные подарки. Такие. Сейчас я вам покажу поближе. Смотрите. Чего только тут нет. Смотрите, какая мантоварка. Она очень крутая просто. А вот эта овощерезка с сушкой. Очень крутая. А вот этот электрогриль. Смотрите, тостер. Здесь очень много всего, прям очень. Вот эта кастрюля крутая, мне нравится. Прям она красивая такая. Соковыжималка. Хай-тек. Освежитель воздуха. Пылесосы. Кофеварки. Чайник красивый какой, смотрите. А вот эта Мадера серия, помните? Тоже классная. Досточки такие. В общем, много подарков. Очень много. Прям много. Дорожные фены складывающиеся. Понравилось вам? Вот, и это еще не все. Представляете? Сегодня сейчас еще привезут микроволновку. А потом еще миксер привезут. И что-то... и, по-моему... блинницы еще две будут. О, блинницы. Блинницы тоже же классно. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Конечно, там подарки и спонсоры предоставили, и я покупала за свой счет. Так что там подарков
от меня лично очень много. Я очень хотела из своего свадебного платья, очень хотела дочке на Кристину шикать. Почему игнорируете вопросы о вашем похудении? Ну, потому что я уже 150 тысяч раз про этот вопрос рассказывала. Ну, вы понимаете, что это тяжело говорить. Я уже много раз говорила, что мое похудение не связано ни с диетами, ни с фитнесом, ни со спортом, ни с чем. Я похудела, потому что у меня была операция на желудочно-кишечном тракте по заболеванию. И у меня была вынужденная диета, а до сих пор я еще после той операции оправиться не могу, мне тяжело. Сейчас еще операция на зубы, я еще есть не могу, уже 2,5 недели нормально. Поэтому это же не от того, что я решила стать красивой и похудела. Это происходит потому, что со здоровьем проблемы. Поэтому рассказывать какие-то чудеса и говорить вам, вот попейте таблетку номер 8, и вы похудеете, я не хочу. Привет. Если дом будет продан, куда бьем стену? С собой заберем. Мне муж сказал, что он никому никогда ее не отдаст, и он с собой ее хочет забрать. Отлично выглядите, спасибо большое. Так, ну что? Пора уже процеживать бульончик. Сейчас я картошку поставлю варить, чтобы уже у нас шел процесс. Для того, чтобы сварить картошечку пюре, вы же разрезаете картофель, вы же не варите его целиком, правда? Я же не одна такая. Здравствуйте. Привет, привет, привет. Пока еще никуда не уезжаем. Мы будем говорить об этом только когда уже будут реальные для этого причины. Сейчас пока все в процессе. Привет, привет, привет. Я по образованию педагог. При постоянной готовке, как удается, просто вот то, что я готовлю, я все это ем. Но в малых количествах и очень часто. Вот чтобы похудеть, мне кажется, нужно много пить воды и кушать часто и по чуть-чуть. Вот и все. Давайте попробуем сделать так, чтобы все видели, как я готовлю. Как бы это сделать сейчас? Надо подальше камеру поставить сейчас. О, я придумала, кажется. Ирина, привет! Привет! Камеру можно уменьшить. А я не знаю, как ее уменьшать. Я не умею. Помогите по страничке. Слушайте, помните, у меня была страничка с диетой, по которой я вот худела раньше, после первых родов, вторых, третьих. Помните? Вот, мы на ней несколько раз я пыталась тоже худеть. И очень многие девочки, кстати, мне писали, что они на этой диете скинули большое количество килограмм. Представляете, у меня эту страничку, короче, кто-то украл. Она просто исчезла. Вот, поэтому... Я готовлю картофельное пюре. Я уже рассказала, как я скину. Видно хорошо вам? Скажите, что не видно. Качество не очень. Но это у вас интернет, у меня хорошо все.
картошечку ставим на огонь. Накрываем крышечкой. Солить пока не надо. Все. Так, сейчас кастрюлю надо достать. Готовила по вашему рецепту немецкие штрудли. Было очень вкусно. Это очень хороший рецепт, это правда. Это действительно так. Здравствуйте, очень хорошо выглядит. Спасибо. У меня тусклые глаза, потому что я не накрашена. Сейчас как намулюкаю, знаете, какая буду красивая. Смотрите, какой прозрачный бульон. Сейчас я его еще процежу. Будет вообще огонь. Так. Готовим один суп. Щавелевый. И готовим второй суп. Это будет суп не щавелевый. Это будет просто куриная лапшичка. Потому что Оля сказала, что есть щавелевый сейчас нельзя. Я на четверть не перерву. Так, на. Это мы пока уберем. А эту мы поставим на огонь. И включаем. Идет щавелевый суп. Щавелевый суп у нас идет картошечка. Нарезаю я ее кубиком. Не люблю, когда крупная картошка в супе. Вообще ни в каком не люблю. Поэтому я всегда нарезаю мелким кубиком. Бульон непрозрачный. А какую курицу вы покупаете? В магазине, которая... Магазинные куры, они все дают мутный бульон. Я просто беру домашних кур, и тогда бульон будет прозрачный. Если проверенные, конечно, куры. Привет, 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 привет всем. Здравствуйте. Бурду, в общем, готовит, сказала какая-то бурда. Не нравится моя бурда, можете выйти. Меня просто столько народу просит, чтобы я вышла в прямой эфир с готовкой, что вы меня точно не выведете из себя. Мне проще просто вас заблокировать и выкинуть из эфира, если вы будете себя так вести. Вы разговаривали с Мариной Африкантовой на шоу? Я разговаривала с Мариной перед шоу или после шоу, не помню. Вот. А что такое? Разговаривала. Мы с ней говорили по поводу ее мамы. Она сказала, что она и мама – это отдельная история. И то, что она хорошо со мной общается, хорошо ко мне относится очень. И как бы конфликт с ее мамой к ней никакого отношения не имеет. Очень люблю ваши эфиры. Спасибо. Бурда, не бурда, заходят к вам. Вот воистину. Это правда. Вес у меня сейчас... Ну, 2 дня назад был 68. Сейчас не знаю. Я просто сейчас из-за операции на зубы, короче, вообще плохо ем.
Даже если я очень хочу, у меня не получается. Мне просто больно, что мне одновременно с двух сторон сделали операцию. У меня тут швы. Мне больно еще. Вот видите, еще синяк до сих пор. Ну, он уже почти выцвел, но еще есть. Приветствую из Магадана. Дети не отвечают за родителей, а родители не отвечают. Алло. Алло. Откроешь ворота, пожалуйста? Что? Ворота откроешь, пожалуйста? А, да, сейчас. Так, я приехала, сейчас ворота открою. Привет, привет. Нет, я кушаю в любое время суток, когда мне хочется. Главное, чтобы я смогла это сделать. Я никогда не жарю в супчик. Очень редкий случай, когда я делаю зажарку в супчик. В основном это борщ. А так, в принципе, я готовлю без зажарки супы. Сейчас я открою ворота. Подождите-ка. Лаврик, успокойся. Привет, привет, привет. Олежка приехал просто. Вы очень сильная женщина. Спасибо. Я тоже считаю, что я сильная. Несмотря на внешнюю хрупкость и ранимость, все-таки я, да, сильная. Огромный привет. Я готовлю два сразу первых, два супа. Буду готовить сейчас картофельное пюре, и к нему будет мясные стейки, либо рыбка. То и то. Кто что любит. Да, я очень скудная. Почему хотят что-то плохое написать, я не знаю, почему они пишут плохое. Зачем им это нужно, я правда не знаю. Я не считаю себя плохим человеком, чтобы мне плохие вещи писали. Как вы делаете уборку на кухне? Смотрите, для того, чтобы хорошо отмыть плиту, духовку, нужно мыть их горячими. И пока они горячие. Не такие, что вот обжечься, да, а вот именно горячие. Тогда все отмывается очень хорошо и легко. Это вот такой маленький секретик. Я думаю, что многие понимают, что горячий действительно отмывается гораздо лучше. Морковочку нарезаем тоже кубиком. Блины по вашему рецепту первый раз получилось. Это круто, спасибо. Ой, классно. У нас маленьких собачек две. И большая овчарка, она в вольере на улице. Охраняет дом. Давайте я сейчас с сыном пообщаюсь и еще раз выйду в эфир.